Мордюка, передача Милутинову, и танк сверху! Ой-ой-ой, вот это столкновение, и здесь Сток молчит. Первый берет инициативу в свои руки и забивает плюс один! Невероятно! Мягко прям в цель, с середины трехсекундной зоны. Милутинов прихрамывает, он наступил на ногу. Ксеш ведь, что он делает? Он забивает, улетая за лицевую. Отрыве Никита и левой рукой аккуратно. Уэйр со средней, набрасывает и Уэйр забивает. Как мощно проходит под кольцо Девонте Кейка.